хочу дарить смех и радость другим людям. Хочу снимать видео, и в один день обо мне будут знать миллионы. Саш, поможешь мне? В чем? Пошли, покажу. Знаешь, я давно сказать хотел, что я тебя... Да подожди, посмотри, подписчики прибавляются. На 5 лайк, Микки, мама, 5 лайк, Микки, гоф. Ой, а это ты-то самая, Эльвира, можно с тобой сфоткаться? Че встал возле двери? Отойди. Извини, чувак, она сегодня просто не в духе. Да, там очень высокий гонорар. Ну и что, что обман все равно прирекламирую? Да что с тобой? Ты же не была такой. Да мне так один парень понравился. Мне тоже, а какой? Давай на счет три. Давай. Раз, два, три. Мы же подружки, мы с тобой не будем из-за этого ссориться. Конечно. Да, конечно. Нет, тебе нельзя, ты вообще когда пьешь, бешеный становишься. Хочешь мясо? А мне вообще хотя бы вот есть. Ой, давай я тебе помогу, вот нужно... У меня салфетка есть. First things first, I'm the realest, realest. Слушай, кто тебе больше нравится? Я или она? Слушайте, девочки, вы, конечно, обе симпатичны, но у меня уже есть парень. Пойдем отсюда, Артурчик. И пошли они. Девушка, вы не видели мой телефон? Я его, кажется, тут потеряла. Нет, к сожалению, не видела. Ты же знаешь, у нас с мамой нет денег. Мы еле-еле концы с концами сводим. Постой, я его нашла. Правда, большое спасибо тебе, ты такая добрая. Я на тебя зло и так. Просто оставайся человеком в любой ситуации. Давай, давай. Давай с чуваками, короче, там говори какие-то. Помнишь эту тему? Ну смотри, какая нормальная. Ну ничего такая. Слышь? Иди сюда, Сань, иди сюда. Маленько. Ребята, вы что? Себя так безобразно ведете. Дед, ты чё? Да ничего. Косточки-то старенькие, давай иди домой. Да а нет, я должен с вами поговорить на эту тему. Нельзя себя вести так безобразно. Ты смотри, какой дед. А? Смотри, ты даже не испугался. Мне нечего бояться, я самое страшное видел. Дед, что ты мог видеть в этой жизни? Войну, сынок, войну. Это дед. Прости. Марченко Владимир Георгиевич. Родился 28 мая 1924 года. Народный ополченец Москвы. Всем привет, с вами Нинка из того века. Это вообще в вашем веке скучно. Блогером стала, из тюрьмы вышла, а парня до сих пор нету. Ну, наконец-то ты вышла. Как твои дела? Как дела? Меня в СССР все пацаны с нашей партии на свидание звали. А тут что? Тут ничего. Так познакомься с кем-нибудь в интернете? В интернете? Я шоколадный заяц. Еще тут с иностранцем познакомился. Правда, он по-русски плохо говорит. Переведи. Ты знаешь, что вот эти иностранцы на стройке работают? Знакомство в этих ваших интернетах полный провал. Так давай, я тебя позову погулять. Одну минутку. Ты зачем? Как зачем? Я же на свидание, нужно припудриться. Я надеюсь, ты сейчас не будешь свеклу доставать? Тот, кто пьет молоко, будет прыгать высоко. Можно молоко, хлеб и огурец. Всем привет, с вами Дженна. Ой, привет, Гриша. Ну я тебе покажу, сучка. Алина, гляди, это новенькая с нашего класса. Где? Да вон. Прикинь, что узнала. Говорят, ее Кончита зовут.
Пипец, я вроде ненавидят, раз ей такое имя дали. Только по секрету. Я тут слышала, что она вообще с парнями за деньги спит. Да ладно, вы ее-то в возрасте? Так это вообще, цветочки, до меня информация дошла, что она с директором школы мутит. Вот проститутка. А ты прячешь глаза за фары. Ребята, я хочу познакомить вас с нашей новой ученицей. Да что ее представлять, мы и так уже знаем. Она прилетела с Англии. Джессика, заходи. Hello, guys. Чувствуют порами, а ты прячешь глаза за фарами, и тебе непременно здорово. Запомни, никогда нельзя судить о человеке только по слухам. О, полный мой нежный гель, ты даришь. Может быть, хватит? Уже тошнит от этой песни. Вер, я даже не знаю, как я на зачеты сегодня пойду с таким кашлем. Я из Германии прибыть. Сироп от кашля привозить. До свидания. Да. Жух-жух, как это клёво. Жух-жух. Чё, кола невкусная, что ли? Вер, денег займёшь? Только не вздумай. Ты не представляешь, мы с Кариной так подружились. Она просто идеальный друг для меня. Она постоянно со мной делает селфи. Ты представляешь, она такая тупая, даже не понимает, что я юзаю ее ради подписчиков. Она так любит меня слушать, она как мой личный психолог, знает обо всем. Эта лохушка доверяет все свои секреты. У меня столько козырей в руках. Смысл дружбы в том, чтобы друг другу помогать. Солнце мое, взгляни на меня. Хватит, Карина не та, за кого себя выдает. Ты достойна лучшего друга. А теперь задумайся, одинаковые ли у вас взгляды с вашим другом на вашу дружбу? А не сделать ли мне селфи? Нет, для начала с девчонками посоветуюсь. Да, очень четкое селфи, выкладывай. Ну ты там вообще соска, конечно, грузи. Нифига у тебя тут сисяндры. Конечно, выкладывай. Твой бывший поймет, кого потерял. Конечно, грузи. Одобрено. Ну, сейчас загружу. Оставь в комментариях плюс, если делала с подружками так же.